Мне только что сегодня прислали из Москвы видео. Вчера флешка была передана с хренамами московскими. Там на одной из записи человек после хренама, обычный уличный человек, попросил мриданку у преданных. Это вечер там, какой-то Кузнецкий мост в Москве, лето, бульвар. Ну, уже, по-моему, осень, что-то такое. Сейчас только секунда, а то тут что-то это смешно. Тут что-то сейчас, блин, происходит. Подожди, 5 секунд. Блин, прям такой задний просто. Тут под полиция, короче. Ладно, сейчас засниму, в общем. И была харинама, и он очень вдохновился. Он попросил мридангу и стал петь мридангу и петь харикришну, новый человек. Попросил преданных подпевать ему. И вел хреном. И преданные все были в шоке, потому что у этого человека голос еще не преданного. Он еще достаточно такой материальный, да, это очень слышно. Полон вот этих материальных гун природы. Уже по голосу понятно, что за жизнь этого человека вообще. По этим вибрациям. Преданный слышит это все. Когда вы поете шансон там про девочек и вино, это органично. Но когда вы этим же голосом поете Харе Кришна, люди будут смеяться, преданные будут в шоке. Что это нерестральное настроение, это, знаете, это чувство наслаждения, тут вы поете Харе Кришна вдруг. И преданные все в шоке. Даже никто сначала не подпевал. А человек бил барабан и пел Харе Кришна, просил, давайте вместе, давайте вместе. И такая харинама была. И все были такие счастливые, потому что видели милость Кришны. Ну подхлопайте, подхлопайте чуть-чуть человеку, ну поддержите. У меня просто руки заняты, я подхлопал. Поддержите человека, да кто-нибудь, подхлопайте ритм. Старается. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Как же это все забавно вживую выглядит. Ой, это что-то просто. И все вместе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рам. Рама, Рама, Харе, Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рам. Харе Кришна, Харе Кришна. Новое звезда Ютуба, короче. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Потрясающе, вот потрясающе. На самом деле...
от души.